5 апреля в Казанском федеральном распахнула свои двери выставка, посвященная 130-летию татарского поэта Габдулы Тукая. Торжественно открыли выставку директор музея истории КФУ и первый проректор Казанского университета. А также перед зрителями выступил казанский музыкант Марат Ахметов, который исполнил известные композиции, написанные по мотивам татарского поэта. А поклонницы творчества Габдулы Тукая зачитали известнейшие стихи на русском и татарском языках. На выставке представлены его работы, портреты и личные вещи поэта. И достать сотрудникам музея их было нелегко. Сложные рукописи, книги, возможно, самые редкие экземпляры, связанные с жизнью и творчеством поэта, предоставила музею университетская библиотека имени Лобачевского. Работать выставка будет в течение всего месяца. Конечно же, наша республика, особенно Казань, которая так чтит и память своего героя, национального поэта, конечно же, отмечает не только, естественно, и в день рождения его проводятся различные мероприятия, но мы чуть-чуть пораньше тоже открываем эту выставку для того, чтобы наши студенты с ней познакомились, все те, кто чтит память Габдулы Тукая.